Московский театр «Мюзик Холл» продолжает гастрольный сезон премьерной комедии «Если любит, простит», которая будет показана в городе Амурске 8 февраля 2023 года в 19:00 на сцене Дворца культуры. Зрители порадуют по-настоящему звездный актерский состав: Светлана Пермякова, Анатолий Котенев, Светлана Галка, Илья Алексеев, Оксана Сташенко, Анатолий Гущин и Илья Оболонков. Героиня пьесы давно живет с приличным человеком. Женей и мечтает стать законной женой. Женя соглашается, но хочет познакомиться с будущей тещей заранее, чтобы убедиться в правильности выбора. Он уже был женат и знает, что такое яблоко от яблони. Ирония в том, что мать героини сидит в местах не столь отдаленных, о чем, естественно, не знает будущий муж. Нина решается на аферу. Чтобы не упустить последний шанс, она просит случайного знакомого актера-неудачника исполнить роль матери. Афера рассыпается гомерически. Смешно, но кто все-таки больше лицедей, актер-неудачник или все члены семейства? «Если любит, простит» – это эксцентрическая комедия, которая в полной мере сделает вечер незабываемым. Ну что, приходите, потому что вы увидите нас в совершенно новых образах. Да, совершенно в другом качестве. Будет весело и интересно. Мы вас ждем. Приходите. До встречи.